одновременно с факультетом РПМ. В результате реорганизации горного факультета был организован факультет разработки рудных и нерудных месторождений. Его деканами на протяжении всего времени существования были крупные ученые и талантливые педагоги. Сейчас факультетом руководит профессор, доктор технических наук Владислав Николаевич Попов. Факультет является одним из базовых в университете и объединяет 7 кафедр, на которых готовят специалистов разных направлений горной промышленности для городов, где проходит метро и осваивается подземное пространство.